І знову кладіру. Подождите. Это наша новая квартира. Нравится? Круто! Радомир, нравится? Дай пять. Молодца. Так что все, теперь тут будем жить. Пойдем смотреть? Да. Ну как вам квартира наша новая? Круто! Здорово. Тебе нравится? Да! Ура! Дай пять. Ребята, идем пить чай. И тут началось такое предокое. Оказалось, что у Нади домовой, и она пришлось срочно убежать. Ну, утром мы вернулись и решили отвоевать квартиру. Мама с папой были свои методы, а я лишь подружиться с домовым. Папа, а я домовенка сиди! Это тебе, мои любимые. Домовой, поспись, а вас нас добрил. Не помогло, и мама решила вызвать колдуна. О, это к нам. Мама, очень много. Надо, Радомир, надо. Вы демонолог, Сергей? Чувствую, разгулялась нечисть. Так и веет отрицалого. Тебе, хозяюшка, лучше в другой комнате побыть. Сейчас здесь жарко будет. Ага, подругу послали. Кстати, я на вашу квартиру печать Каина наложил. Теперь вас этот бес не побеспокоит. О, чувствую, своими силами пытались. Ну-ка. Дилетанты. Что происходит?
Жалко, ты не видела этой легендарной битвы. Он больше не вернется. Ага, не полетела. Увы, ну нам пришлось ехать. Но спустя времени не удалось уговорить с домовым нужно дружить. Домовой, ты здесь? Да. Я поговорить с тобой хотел. Знаешь, я здесь подумал, главная проблема нас, взрослых, в том, что мы разучились верить в сказки. В детстве мы все мечтаем найти русалку, Гарри Поттеров, Питера Пэна. Когда мы вырастаем, мы все забываем. В тот момент, когда ты появился у нас, я очень испугался. Мне так стыдно. Да ладно, я тоже молодец. Знаешь, домовой, я больше не буду тебя выживать. Да и вообще, я хочу, чтобы мы вместе жили, как одна семья. Ты прости меня, пожалуйста. Знаешь, зато теперь мы знаем, как ты выглядишь. Что? Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. И нам никто не будет больше проказничать. Не будем жить. Дружно.